Тан-таран, тан-таран-таран. Привет, Массив. Ну что, сегодня добиваем, я надеюсь, эту сранину. Вчера две попытки очень хорошие были. Очень хорошие попытки. Просто на боссе не повезло. Единственное, что я там тактику неправильно. Я что-то тактику посмотрел. Ну, посмотрел то, что я делал неправильно. И я понял свои ошибки кое-какие. Попробуй их учесть сегодня, если дойдем до босса. А сегодня чуть получше себя чувствую. Не знаю, по-моему, немного приболел. Вот, поэтому вчера так вот, такой стрим был. На час. Сейчас вроде получше себя чувствую, сегодня голова не так болит уже, не так гудит. Вчера что-то вообще как-то. Весь вечер. We used to drink vodka here in Russia. Так это ж наш человек. Hello. Базаров Рус, ты ж наш. Причем тут drink Russia? Тут все на русском. Вчера, да, вчера отличные были просто попытки. Надеюсь, сегодня продолжим эту традицию сливаться на последнем уровне. 19 часов. В принципе, как бы на автомате уже играю, конечно. Не знаю, чуть-чуть не хватило. Вот буквально, я уверен, там сколько, по-моему, 14, да, выстрелов надо было сделать. Я, по-моему, 11 делал. По-моему, буквально трех ударов не хватило на последнем боссе. Я считал вчера, вроде 11 было. 16 хитов, 11. Ну вообще, как бы с Децом вообще оставалось. Вчера. Потому что на самом деле надо просто водка, принести сюда водка, дринк водка, и изи победа будет. Как бы нервничать перестанешь и начнешь тащить на раз-два. Я уверен. Far out. Пока неплохо. Я хотел еще посмотреть... на 20 часов на 20, да, это точно. Так, все правильно, да, вроде. Единственное, что я вот этот лабиринт очень плохо помню, постоянно через паузу его прохожу. То есть я вперед еще более-менее помню, в обратную сторону я не помню, поэтому постоянно нажимаю. Даже не то чтобы не помню, я как бы не стараюсь даже выучить, особо не горю желанием.
поэтому через паузу тут, аккуратно. Бляха, мух, сейчас еще сдохну тут. Да, серьезно, сколько, 4 года уже, почти 4 года, в следующем месяце юбилей, блин, 4 года. Не то чтобы так убиваюсь, но просто свободное от работы время занимаюсь таким странным видом деятельности. Мог заняться чем-то полезным. Погоди, все, я отвлекся, я потерял, я не туда заехал куда-то. А, так, посмотрю по своей карте. Я, видимо, вверх увязался, вверх. В принципе, это даже лучше, знаете. Вот я сейчас вверх, потом мне надо не забыть повернуть налево, еще раз налево. Налево, еще раз налево, да, это приведет меня к успеху. Хотя можно было здесь развернуться, ну ладно. Налево. И еще раз налево, сюда. Что там по карте? Сейчас направо, поворот в правую, в правую. Поворот направо, в правую. Погоди, сюда, да, да, вот это место, все. Я вспомнил его, все замечательно. Ну, в принципе, это даже, типа, без урона можно, ну, да, без урона, в принципе, это можно проходить. Просто раньше у меня тут был другой маршрут, он быстрее был. На порядок, но он опасен, там тебе оставалось 1 хп, если ты стенку задевал, а я периодически ее задевал. Потому вот этот вариант, второй, он, альтернативный маршрут, в принципе, безопаснее, чем первый вариант. Все, ладно, не буду отвлекаться. Игра жесткая, конечно. Вообще жесткая. Вот опять же, но я бы не сказал, что игра полная срань. Нет такого. Игра как бы срань, но она не полная срань. Есть игры, в которых как бы играть, ну, вообще не... типа Powermonger, например, вот это вообще срань лютая, в которой ты как бы находиться не можешь. А здесь, в принципе, что, музыка приятная, управление хорошее, уровни простые. То есть я бы не сказал, что эта игра худшая. Вообще бы не сказал. Какой процент трэша? Ну, пока я бы сказал, процентов 20 было трэша. Ну, то, что как бы каждая пятая игра — это лютая срань. Который убирает. Но много спортивных игр, они, правда, еще все впереди, по большей части. Очень много RPG. Привет, Potato. Всякие Sim Earth, там, Sim, какая еще была игра? Да, Sim Earth, симулятор земли. Sim City тоже упоротый на SNES. Просто дичь какая-то. Там много всякой дичи. Так, я не... Все, я отвлекся опять. Я почему-то направо свернул. Ну ладно, тут просто круг сейчас сделаем. Круг, в принципе, да, ничего страшного. Тут очень тонкие повороты. Не всегда... успеваю поворачивать. Ну, как бы эта игра определенно игра как бы не явно не топ. Да, блин, все время шарик не могу этот выбить, он меня напрягает. Если, о, что, СК2 умер, прекрасно. Сейчас начнется спам. СК2 ТВ. Пека-2. Отлично работает. Может, у меня вообще все упало.
Это еще работает, ладно. Все, видимо, ПК-2 закрылась. Адольф в очередной раз, наверное, сгорел и закрыл ПК-2. Ну я так просто гоняю, так-то свободное вот реально время. Не скажу, что я целыми сутками, днями, годами. О, боты. Прикольно. То есть да, мне там наиграно 1000 часов, как бы за 4 года это довольно-таки мало. То есть, если бы тут сидел full time, то это в принципе за один год столько можно сидеть, пройти. О, ПК-2 починился. Контян. О, алерт что ли работает? Спасибо за хост. Так, не сюда, не сюда иду. Вот, все правильно. Ваши отвлекающие хосты. Отвлекают. Фараут. Привет всем. Спасибо. Коство уже что ли? Что-то она такая короткая что ли такая? Нормальная коства должна 40 минут играться, как минимум. Ваши сеговские версии, японские. Сокращенные в 20 раз. Час? А. Ну тогда ладно, тогда нормально. Когда Space Race-то будет там? Надо посмотреть. Я карту могу скинуть, в принципе, но карта, она не 100% готова. То есть она, в принципе, есть. Ну, дизайн хромает слегка. А так по ней все видно. Могу поделиться. За помощью так, кстати, Space Ace можно пройти. Вообще легко. Если знать все. Только там карта, по-моему, метров 201. Бесконечный фарм. Привет, Рики. Надо, кстати, выделить день на выходных, скорее всего. Надо будет, скорее всего, будет прям стрим с просмотром зарекойщенных фильмов. Сама рисует карту. Так, раз. Два. Один. Ну, вообще, да, то как бы Рики, ты первый, кто вообще выиграл фильм, выбил. Потому что Серега тогда, он обменял колесо шляпы, ну, это вообще была акция разовая. Такой акции больше не будет. Вот. Я тогда Матрицу смотрел один, вот поэтому. А так один фильм, да. И, ну, чисто теоретически можно накопить несколько, как бы, да, и сразу зампом смотреть, ну, не знаю. Просто там шанс выиграть... 1%. Не факт, что кто-то... Нет, я не сжимался, у меня все еще это... Я пока игру не пройду, как бы меня этот...
У меня новое правило. У меня, короче, все одни штики, они стакаются, а потом после игры, как бы, прохождение. Они все проходятся. За один раз. То есть, пока я буду отжиматься, будет рафл, как бы, да. То есть, если я, ну, то есть, да, 200 приседаний пока не сделаю, рафла не будет. Ну, чтобы, во-первых, от игры не отвлекаться, да? Потому что реально отвлекает эти приседания во время игры. Надо просто еще сделать, чтобы эта статистика выводила, и чтобы вы там накрутили, чтобы я вообще не отвлекался, а после стрима потом посмотрел, как бы, да, что накрутили, и потом статистику бы вывел. Но это потом сделаем когда-нибудь. Потом выходной будет после игры. Но следующая будет стратегия, я думаю, что там не буду ждать конца игры, там буду разменивать по мере прохождения. Там до конца игры ждать очень долго, наверное, часов 20 точно будет. Ну, как сейчас, конечно, 20, но там, наверное, будет даже больше, возможно, 30 или 40, там не знаю, сколько набежит. Но да, так зачем умирать? Рано еще умирать. Это спидран. Та-ра-та-та-та-ра-та-та-та. Сколько? 20 минут, да? Ну, это... Жаль, не это, не посмотрел, во сколько ран начался, во сколько я начал. Но стрим идет 20 минут, как бы, 5 минут там рамочки грузились, 5 минут. Что знать, на какое время иду. Будет ли VR? Нет, VR, конечно, не будет. Thank you.
фаршированные блины. Ну, у них же как бы другое представление о блинах. У них же вроде нет как бы такого понятия. У них это по-другому выглядит. Это же как бы панкейкс, по идее, но вот это разные вещи. Да. Far out. Рассказываю тоже какой-то трипл хот-дог. Так, самое сложное место, нет, не самое сложное место, вру. Конечно, не самое сложное, простое место, надо просто с первого раза его сделать. Изи вообще, изи прыжок. Изейший. Привет, Лексайк. В какую сторону тебя занесло на этот раз? Па-па-па-па-парам-пам-пам-пам-нам. Так. На стример. Бывает. Каждому свое. The Mother Brain, о май гад. Legendary Might and Magic Fighter. Yeah, I know. Grats. So, will you try Space Ace? Next game? Special request from me. Thank you.
I swear, this game much better than Might and Magic 3. Might Magic on NES, I mean. На 100 баксов. На 100 баксов я сам два раза пройду. Фак. Все, начинайте отвлекать. Лексайка пришел, начались руины. Совпадение? Не думаю. Забыл про лабиринт абсолютно. Не могу сосредоточиться. Раз, два, три. С края. Раз, два. Середина по краям. Окей. Надо звук вырубить, как бы колеса, оно задрало меня. Отвлекает от игры. Раз, два, три, четыре. Прямо направо. Прямо налево. Окей, нормально. Аплодисменты не услышишь. Низ вверх, низ вниз. Вниз, еще вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Та-ра-та-та-та-ра-та-та-та. Раз, два, три. Раз, два, три. Просто играть не умеет, вот и хитерят, на самом деле. Вот Thank you.
GG, guys. World fucking record, guys. World fucking record. 20 часов безумия. Да, но, к сожалению, Кимми думает, что я могу лучше. Но это его проблема, на самом деле. So, bad ending. Well done, not bad at all. Planet Earth is safe again for now, but Kimmy think you